Ну что, можно сказать, сезон тренировок на улице считаем открытым. С этого видео я буду время от времени показывать, как я работаю на макеваре, на груше, на этом мешке. Некоторые удары, объяснять значение тех или иных позиций, комбинаций. Сегодня же я попытаюсь вам объяснить значение, опять-таки возвращаясь к старой теме, прямого удара кулаком. Очень многие люди, которые раньше заходили ко мне на канал, утверждали, что, особенно венчунисты, для того, чтобы нанести прямой удар кулаком, нужно включать плечо, выпрямлять руку в одну линию и наносить удар. Только так, за счет выпрямления всей руки, толчка плечом, вы получаете дополнительный импульс, и ваш противник нафиг улетает. А вот теперь посмотрите один маленький момент. Я выставил руку на всю длину. А теперь идет дополнительный импульс от венчун. Вот я толкаю. Толкаю. Какой в этом смысл, я не вижу. Если я руку не до конца выпрямляю, создаю, еще есть у меня какой-то запас в согнутом локтевом суставе, то за счет вот этого вот запаса я могу достать моего противника и нанести ему более сокрушительный удар, нежели поглаживающий венчунский. Пытался очень много раз объяснять самим венчунистам, вплоть до того, что я брал совет у людей с пятым, с шестым, как они называют, дуанем по венчун, у мастеров, которые учились у Керншпехта. И они подтверждают мои слова о том, что прямой удар, если вы наносите противнику рукой, он не должен быть полностью вытянутым для того, чтобы сделать касание. Даже посмотрите, когда вы типа по-венчуновски выносите руку вперед, как бы по центральной линии, и наносите удар, то у вас отсюда, из центра, рука никак не может быть выпрямлена вперед. Для того, чтобы рука совсем раскрылась, вы должны повернуть свой корпус в сторону противника. То есть, вот так. Для того, чтобы обычно, по-рабоче-крестьянски, сделать нормальный удар, вам достаточно стать в обычную легкую боевую стоечку, левостороннюю, правостороннюю, кому как выгодно, кому как удобнее, и нанести, если вы бьете левой вперед, прикрываясь правой рукой, с поворотом корпуса, прямой удар в момент касания кулака с телом вашего противника, у вас должен оставаться еще некоторый запас в согнутом локте. Если вы наносите вот такой вот прямой удар, вы просто хлопаете вашего противника в грудь, в лицо, куда угодно, вы его бьете, но вы не достигаете того эффекта, который можно достичь при дополнительном разгибании локтевого сустава в момент касания корпуса вашего противника. Просто нанести удар. Просто. С поворотом корпуса вперед. Не забываем включать ноги, потому что стоя в статике, мы не достигнем того эффекта, который мы ожидаем. Еще один момент, когда люди хотят нанести неожиданный удар. Один есть товарищ, где-то там на ТикТоке, я не помню даже, как его зовут, хвастается тем, что как вырубить жирного противника внезапным ударом. Вот он проходит мимо груши, противник у него груша. Он проходит мимо него, цепляет его плечом. Его ошибка, у него руки в карманах. Зацепив плечом, он делает шаг вперед, выхватывает руку. И вот посмотрите, амплитуда движения вашей руки.
Вы теряете время на том, чтобы вытянуть руку из кармана. Если вы видите, что вы уже с вашим противником движетесь корпус на корпус, зачем вы держите руки в карманах? Зачем? Вы хотите получить в репу? Вы получите. Потому что в самый критический момент ваши руки, блин, автоматически, чисто рефлекторно упираются вперед. Не выходят в стороны, а упираются вперед, потому что вы хотите защититься. Так делать не надо. Если вы с противником встречаетесь, то вы уже работаете руками, работаете, даже если на обманку идете, все равно бьете, все равно раз, два, три, все равно вы работаете своими руками. Но никогда, если вам кто-то посоветует вот в таком вот положении разговаривать с вашим оппонентом, ну считайте, что вы проиграли. Потому что если оппонент стоит вот так, или как-то разворачивается, машет руками, он уже готов нанести вам один удар или второй удар в лицо, в нос, в челюсть, куда угодно, и вы вырубитесь. Вы вырубитесь еще до того, как вы вытащите, как вы успеете вытащить свои руки из карманов. Не забывайте об этом. Это очень важный момент. Вот такое вот коротенькое видео, которое становится, как я уже сказал, началом открытия нашего сезона тренировок под деревом. Сейчас боксерский мешок, потом у нас будут ремни для отжиманий, потом у нас будет, может быть, одно или два видео о коррекции фигуры и поддержании стабильного веса. Многим людям интересно знать, как удержаться на одном и том же весе в течение долгого времени. Это достаточно тяжело, это достаточно трудоемкий процесс. Как к этому прийти без каких-либо жестких диет, без фармакологии, без каких-либо врачебных советов и тому подобной фигни, я вам расскажу впоследствии. А пока следите за обновлениями у нас на канале. Не забудьте подписаться на наш канал, если кто еще не подписан. Поделиться видео с друзьями, поставить лайк. Ну и, конечно же, вот, пожалуйста, маленький QR-код, по которому вы можете перечислить деньги на развитие нашего канала. Всем удачи!